Привет. Здравствуй, здравствуй. Вчера опять тебе приходит все время. Все время смеется. Дед, тебя кто так поуродовал? Чего? В смысле? Ты себя в зеркало видел? Нет, я даже забыла, зачем к тебе пришла. Нифига. Ты куда сегодня ходил? Йо! Ты где был? Ну, черти! Я... Зинка... Нет, нет, нет! Мне Зинка сказала, посиди с внуками с моими, я скажу, покажи куда-то, понимаешь? А я налила мне грамм 200, я и уснул, ребят, тебя мучили. А эти чертята взяли меня и зарисовали. Да головой в магазин ходил, все смеются, пальцем показывают, а никто ничего не говорит, ты представляешь? Слушай, она теперь себе литр должна. Какой нахрен литр? Она теперь, как приду, так будет наливать постоянно. А чем теперь мне смывать, ты мне скажи? Дед, зачем смывать, не надо. А как это, да? Ночью бабушке под бочок. С фонариком, с фонариком. Дед, теперь только ацетон поможет. Главное, чтобы кожа не слезла. Ну что, внусь, а что? Чистая? Дед, чистый, идеально. Как ты так отмылся? Да? Только в зеркало не смотри. Почему это? Негр. Дед, ну не зря кокос выращивал. Негр же в Африке же. Ты что теперь делаешь-то? Ёлки.